Что вы можете сказать и как он личностного роста? В процессе какого роста? Личностного. Личностного. Знаете, мы... Я, как правило, вот, надо прилично выглядеть, конечно. Но, как бы это сказать, есть такое слово «заморачиваться». Я особенно на этот счет не заморачиваюсь. Не действовать во время первой брачной ночи. Как бы результат должен быть один и тот же, понимаете? Он говорит: «Діду, а це що? О, внук, це таке, це було». Приходять німці, кажуть: «Корова моя, свиня моя, кури мої», а я їм кажу: «Погодь, погодь!» Также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. Полиция Канады обнаружила плантацию. Такие добрые, что там свинья делала. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут». А представь себе, что вы едете в купе не одна, а с вами едет молодой грузин с такой вот репой, вот, и при каждом вашем раздевании у него прибор все выше, выше и выше. Она ему шепчет на ухо: «Самуил Яковлевич, да пусть меня хоть всем вагоном отымеют, но окно открывать я не буду».